Так, мы сейчас тут что-нибудь поменяем, потому что чего-то тут явно не хватает. Так, может быть, вот это? Так, нет, надо со стороны вообще посмотреть. Может быть, там чего-то точно не хватает. О, точно, мы сейчас вот так вот сделаем. Это вот сюда. И пишем. Катюшка убила дракона. Оп. И еще фиолетовым приподкрасим. И чё ты тут зыришь, штаны пузыришь, а? Так, пойдем, у нас еще много дел. Надо всем рассказать, что Катюшка дракона трепится на убийца на это вот, вот так. Опа! Ну, ты... Ладно. А, лизунчик мой, встречай мамашку. Мамашка-то герой, мамашка-профессионал. Короче, Лиза, ты не представляешь. Ну, это самое, Николаша, ты тоже можешь послушать. Ваша мать пошла в Эндермир и кокнула дракона вот этими вот лапами. Ой, залипание, аж клавиш включила, но ничего страшного. Лиза, смотри, это тебе на память, как мамка дракона зарубила. Так, Филипп, Филипп, просыпайся. Опа, побежал. Филипп исчез. Филиппа на улице лови, ты только что лису от этого писа выпустила. Филипп! Че это за дичь на флаге ты нарисовала, это кто? Это дракоша. На память, так сказать, о том, что Катюшка профессионал кокнула его. Ну че ты на дракона, я тебе скажу, это вообще... Хотя, ну немножко похоже. Ты Филиппа этого словила, который сбежал, нет? Нет, мне кажется, он не хочет слушать мою историю про то, как я кокнула дракона. А где вы вообще? Ну, он наверх куда-то убежал. Ищи писа, я Филиппа третьего искать не буду. Если этот кокнется, то нового мы точно сюда притаскивать домой не будем. Ищи давай. Филипп, Филипп, я тебе приготовила тоже подарок. Еще один флаг вот такой с дракошей. Ну, приходи сюда. Филиппок, я, конечно, все понимаю. Ты, может, таких историй уже кучу наслышался, но твоя мать впервые в жизни это сделала. У меня для тебя подарок есть. Заходи и больше, пожалуйста, не сбегай. Смотри, у Лиски такой есть, у тебя тоже такой будет. Смотри, какой, а? Вот. Помнить будешь всегда подвиг матери. Пойдем дальше, нам еще пандам всем нужно рассказать. А может, мы другими делами займемся? Не будем сейчас каждому нашему сыну и дочери и животному рассказывать то, что ты дракона убила. Все видят то, что ты дракона убила. В предыдущей серии ты убила дракона, а? Да, вот яйцо дракона. Это как бы я сделала, можно меня не хвалить, можно вот этих аплодисментов не надо, я знаю, что я профессионал. А, так, так, забери его обратно, забери, да? Обратно, ты чего его на землю поставила? А он сломался. Он не сломался, он в кусты телепортировался от тебя. А как? Подожди. Ой. Ага. Ягода, яйцо, вернись ко мне. А что оно ягоду заспавнилось это? Ну и чё? Ну как его поймать теперь? А, дракона-убийца не знает, как вот это яйцо дракона в руки взять, да? Ну покажи, ну покажи! Не, всему тебя надо учить, Катюшка вот это убила, дракона! Надо взять, вот это, подожди, факел под ним вот туда поставить, блок этот сломать, он падает, и дракон, вот это яйцо выпадает, все, яйцо мое, яйцо тебе не верну, все, давай пошли за мной. Так, мы сейчас еще пандам напомним, кто здесь герой, как говорится. Я вам тут оставлю небольшую запишечку, Катюшка профи. Вот так вот, чтобы, как говорится, помнили подвиг старших. Так. Он профессионал. Все? На этом можно закончить, пожалуйста, твое торжество убийцы, вот это убийство дракона. Так, Катя, дракона-убийца. Ягоды, ягоды, вы должны знать, что ваша вот садовник, ваш садовник, кто вас посадил, убил дракона. А между прочим, я еще убила визера, и мне с неба выпала звезда. И это самое, короче, мы сейчас идем к моему дому, делаем маяк, потому что я теперь живу отдельно, мне твоя помощь не нужна. Ладно, все хорошо, давай тогда пойдем сделаем маяк. Ну хотя бы чем-то займемся сегодня полезным в серии, а не вот этим вот самым, то, что ты всем будешь. И еще пауку расскажи, и Чебураку то, что ты дракона убила, а? Тут по. О, мистер Крипер, короче, на самом деле я убила. Кто там и где там взорвался? Мне почему-то показалось, что мистер Крипер не захотел меня слушать, и это... Ну, ты починишь потом. Чини давай, дракона-убийца! Не-не-не-не-не, маяк, нужно срочно делать маяк, пока вот там это все не исчезло, не испарилось. Кать, а ты чё мне не сказала, что у тебя возле дома дети вот это с вилками ходят и в это в старших бросают? Это как-то не по-человечески, невоспитанный вы молодой человек вот этот. А, так это моя новая охрана, я ее вчера наняла, чоповец, так сказать.
Так, по старой традиции, если из этого молодого вот этого утопника выпадет трезубец, тогда я на тебе женюсь. Ага, все подписчики прямо сейчас скрестили свои пальчики и... На! Папа! Ну шо там? Это... Ой... Кать, а давай мы с тобой еще там немножко табличек расставим возле дома, еще табличек 5-10, мне кажется, просто не все подписчики, которые смотрят эту серию, еще узнали до конца то, что ты убила как Бендер дракона. Расставляй таблички, расставляй флаги, я вообще спорить и даже мешать вот это тебе не буду. Все, Кать, все хорошо, давай. Погоди, а че это ты так замолчал резко, вот когда мелкого Игореху кокнул, а? Я замолчал? Я просто понял то, что, ты все же, ты настоящий драконоубийца. Ко мне пришло сознание, и я решил заткнуться. Расставляй флаги, расставляй таблички, Кать. Точно? Не обманываешь меня? А что? Нет, я тебя не обманываю нисколечки, Кать, ты настоящий драконоубийца, да, я даже помогу, я тебе вот, я сюда подплыву, помогу тебе вот это вот все, роса, вот это, да, ага. А почему ты так запинаешься часто, я ничего не могу понять, ты переживаешь, что случилось? Я, да, как, я запинаюсь, да, Кать, не, почему я должен, не, конечно, я не запинаюсь, не, просто волнительно после того, что ты как бы убила Эндер-дракона, и, ну, я рад своей девушке, я... Завидую, в смысле, да. Строй уже давай этот маяк, не задавай тупые вопросы. А скороговорку какую-нибудь мне почитай, пока я тут буду маячок строить свой. Карл украл и украл кораллы, Карл украл, украл, нет. А ну-ка получше надо, что-то не получилось у тебя совсем. Крипер, криперил, криперовый, криперованный крипер, криперированный дерево. Ну ладно, поверю, вроде нормально читаешь. Спотел немножко, жарко просто на улице. Так, подожди, а я, кстати, я что-то не понял. А почему ты возле своего дома маяк вот это крафтишь, а не возле нашего дома? Еще, подожди, да, я его кокну, да отойди ты! Вот, все. Ну, между прочим, я строю не просто маяк, а двойной маяк. И еще потом его зачарю на классную вещь какую-нибудь. Так, ставим это сюда. Ну, почему я строю его возле своего дома? Ну, кто убил дракона? Ты скажи мне, ну кто убил? Я тебе еще раз говорю, мне твоя помощь не нужна больше. Я буду жить здесь, у меня будет свой маяк, и мы его еще фиолетовым сделаем. А у тебя есть фиолетовое стекло, слышь, а? У меня нет фиолетового стекла, потом себе сделаю. Подожди, в смысле ты будешь жить у себя вот здесь в доме? Ты опять от меня переезжаешь, что ли? Так, прыгучесть, ставим золотой слиток. Готово. Ну-ка, попрыгай. Ну да, выше, вот прыгучесть дается. Ты молодец, конечно. Сила тут еще, регенерация есть, потом вот это вот все сделаешь. Подожди, я не понимаю, а почему ты от меня-то переезжаешь? Ну ты пойми меня правильно, я Майнкрафт, можно сказать, все осилила уже по всем фронтам. Просто, я профессионал. Мне дальше с тобой не по пути, я дальше сама, можно сказать. Я все знаю, все умею. То есть. Тебе сейчас будет лучше без меня, получается, да? Ну да, к тому же трезубец не выпал, как бы. Обязательств никаких нет. Ну, кстати, да. Ну, ладно, ну то я хотя бы смогу к тебе вот это в гости приходить на твою территорию вот эту, а? Ну не, ну ты, конечно, можешь ко мне в гости приходить, но лучше не надо, конечно. Не надо, не стоит. Слушай, мне кажется... У тебя за последнюю серию, когда ты кокнула дракона, ЧСВ выросло больше, чем вот этот маяк вот туда в небо. Ну ты немножко на землю-то спаси, вот это, спустись, дракона-убийца. Ты чё так вот это, зазналась-то всего лишь за одну серию? Так, я тебе по-хорошему говорю, ты либо уходи, либо тебе капут. Да ты успокойся со своим вот этим луком! Да никуда я не уйду, ты все же моя девушка, я не буду отсюда уходить. Пусти меня хотя бы там... Кать! Я тебя прошу, не стреляй в меня! Если ты не хочешь уходить, тогда пришло время моей секретной постройки. Какой еще секретной постройки? Ну, сейчас все увидишь.
Но для моей секретной постройки нужны, конечно же, ресурсы. Но для начала мы немножечко склад наш украсим. Ну, так сказать, на память. Ну, ты понимаешь, да, о чем я? Тут и вот тут. Чтоб склад помнил, гордился. Так, а теперь мне нужны ресурсики. Теперь возьмем немножечко зелья, так сказать, небольшого урончика. Оно мне понадобится, чтобы построить свою секретную построечку, чтобы никто на мою территорию вообще даже нос свой не сувал. О, отлично, мне нужно как раз все. Кать, мы через столько всего с тобой прошли. Весь сезон выживания, через 5 дней сезону выживания год, день рождения, он еще такой маленький. Ну, ты реально переедешь от меня только из-за того, что ты впервые кокнула сама лично дракона. Ну, еще не поздно одуматься, ну, пожалуйста. Слушай, я понимаю, что тебе обидно, что я тебя оставляю, но профессионалам нужно идти, двигаться дальше, в одиночку, так сказать. Так, поверь, так лучше будет. Подожди, так, когда я тебя изначально учил играть в Майнкрафт, я же был профессионалом, но я же тебя не бросил, я же не пошел в одиночку, я тебя продолжал как бы дальше учить играть в Майнкрафт. Но ты же знаешь такую поговорку, ученики превосходят своих преподавателей. Прими это. Мы с Катюшкой землекопы. Раз, два, раз, два. Ну и чё ты пучишь? Бери лопату в руки и два блока вниз копай вот так по всему периметру. Ну, если я тебе помогаю как бы копать вот это, делать твою вот эту секретную ловушку или чё это такое, может ты хотя бы мне расскажешь, что это будет, а? Вот ты потом своими глазками всё увидишь, а сейчас я не хочу тебе все секреты выдавать. Ну, хорошо. Ага. Еще немножко осталось, вот последние блоки, и все, Катя, вот этот рой вокруг твоего дома готов. Все, спасибо большое за помощь, теперь мне нужно удалиться для секретной постройки. Смотри, учись, пока я жива. Берем редстоун, ставим вот сюда, сверху два блока кварца, теперь с другой стороны. То же самое, чпок, чпок, говорю, чпок, чпок. Я просто туториалов на ютубе насмотрелась, и это будет точно прям бомба. Так, теперь мне нужны цепи. Берем. Я пока ничего не понимаю. Оп. Так, кстати, да! Я тебе это не сказал, но ты, походу, сама это заметила. В новой версии Майнкрафта опять вы в этот Майнкрафт обновили и сделали цепи. Мистер Крипер, мистер Крипер, мистер Крипер! Какой мистер Крипер? Убей, убей, убей мистер Крипера! Так он же не пройдет, ты же забор какой-то строишь, вот он вот тут остался. Ну он же может сейчас подорвать всю мою секретную постройку, ну кокни его, пожалуйста. Да ему там нормально в яме, он сюда к нам даже не придет, Кать. Ну ладно, тогда это, продолжай говорить. Я говорю, цепи добавили горизонтальные, сейчас их вот так боком можно ставить, а ты, оказывается, это уже все знаешь. Так, теперь на подходе у нас раздатчики по бокам, вот сюда и вот сюда пиндюлим. Теперь мне надо их заполнить зельями урона. В каждый засунем, ну, допустим, по два, я думаю, должно хватить. В один. Ну я, походу, понял, что ты строишь вокруг своего вот этого дома, да? Так, отойди, не мешай, застраиваем всю земелькой, чтобы никто ничего не заподозрил. И да, я угадаю, сейчас ты вот сюда и вот сюда поставишь по одному крюку, да? Ой, какой ты умный, смотри. Оп. Ага. А сейчас скажи то, что ты все это еще соединишь нитью. Я тогда вообще удивлюсь, якобы я этого не знал. Ой, ну давай ты сделаешь вид, что ты действительно этого не знал. Ниточка. Раз, два, три. О, все готово, кажется. Да в себя-то ты зачем зелье бросаешь? Проверить нужно, работает или нет. А ну теперь ты давай попробуй. Давай, как будто ты враг и ты хочешь на мою территорию. Офигеть, когда я тебе врагом успел стать? Врагом. Так, ага. О, работает. Ниху. Это электрический забор вокруг твоего дома? Ну, получается так, мне останется потом еще это реально все по периметру достроить. И будет просто чики-пуки. Дай мне еще 2 минуты. И все будет готово. Ты молодец, конечно, огромный. Окружила весь свой дом вот этим вот забором, да, получается?
То есть никто тебе сюда не сможет запрыгнуть, да? Ну разве что вот так вот это, оббежать вот этот забор и прыгнуть туда, но я так, конечно же, делать не буду. Ну ты молодец, Катя, молодец, научилась вот этому электрическому забору. А мы потом вот эти вот недоработки, мы их исправим, баги вот эти, исправим. Ну, слушай, просто меня пусти туда внутрь. Ты же знаешь, что я не буду тебя доставать. Ну у тебя реально крутой, красивый дом получился, еще и с забором электрическим со стороны. Да, я посмотрю. Со стороны он вообще просто шикарно смотрится. Ой, я знаю, спасибо большое за комплимент, но, увы, нет. Тебе сюда дорога закрыта. Извини, я просто устала, я дракона убивала, как бы, поэтому я пойду посплю там, отдохну. Все, пока. Можешь сюда больше не подходить. Ну, мне как кажется, кто-то немножко приофигел, да? И цель. А, блин, у меня стрелы кончились. Да, конечно, лохушка. Ну, ничего. Если ты думаешь, что ты вот так можешь себя со мной вести, неблагодарная ты вот эта жопа дракона, я тебе еще покажу, я тебе еще докажу, я еще вернусь сюда в твой дом и такое с тобой сделаю. Врагу не пожелаешь. Давай, у меня супер новый забор, он тебя не пустит. Ага, пока. Ну ладно, не пустит меня, значит не пустит. Но значит и Катя кое-что не узнает, ага.